Убийство и распространение порнографии. Первые дела, поступившие на рассмотрение суда присяжных заседателей в Гагаринском районе 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Севастопольского городского суда. Коллегии присяжных предстоит вынести вердикт по делу об убийстве. Также подсудимый обвиняется в обороте порнографических материалов с использованием сети интернет. Напомним, институт суда присяжных введен в районных судах 1 июня 2018 года, а в Севастопольском городском суде действует с 1 января. За это время поступило два дела с ходатайствами от обвиняемых. По делу об убийстве с отягчающими обстоятельствами в суд субъекта были вызваны 50 кандидатов в присяжные заседатели. Однако в день заседания, 11 сентября, явилось лишь 8, и формирование коллегии не состоялось. Севастопольский городской суд отложил заседание на 2 недели. К этому времени повестки будут направлены еще 150 севастопольцам. Суд присяжных – прямое проявление власти народа. Судьи призывают севастопольцев ответственно отнестись к выполнению своего гражданского долга.